К другим темам. Необычный проект готовит на суд публики Владивостока художник из Макао Константин Бессмертный. Большой оригинал, он назвал свою выставку «Что виноват?» и «Кто делать?», перефразировав известные произведения Герцена и Чернышевского. В своих картинах Бессмертный создает отдельный мир с придуманными им сюжетами и персонажами. Его мировоззрение основано на гротескном отображении того, что происходит в мире. Он сам часто называет свои высказывания абсурдными. Имя Бессмертного широко известно в Америке, Азии и Британии. В России это его первая крупная персональная выставка. Сегодня она откроется в Союзе художников.